Значит, мы вот в Русии, конец июля месяца. Я знаю. Уже другая остановка. У них уже здесь строится школа в первом административном здании. Класс, по системе Жохова. По системе Жохова. Они в прошлом году прошли первый класс, значит, второй класс уже будет и первый класс. В этом году еще один набирается. Вот. Вот здесь у них общая поляна. Мы даже в прошлый раз... Палаточный городок. Мы даже в прошлый раз здесь не были-то. Смотри-ка у них. Видишь? Сцена. Бассейн. Джесси здесь нельзя выпускать, Тимофей. Басик, смотри, Тим. Такие правила. Давайте покупаемся. Не, Тимош, сейчас. Нужно купаться. Вот. И как оказалось, как в прошлый раз мы немножко не поняли, что у них здесь есть еще поляны, ну, точнее, знаешь, что есть поляны, но, оказывается, на каждой, на некоторых из полян, основных там Солнечная, Родниковая, есть еще общие дома отдельно и территория общая. То есть, грубо говоря, здесь получается одно поселение Ведруси, внутри него поляны поселений. Получается так. Которые разделяются на где больше молодых, где больше в возрасте, где пополам, ну и так далее. Здесь как островище вообще. Вот поталочный городок, то есть здесь вот живут люди. Поталочный. Да, поталочный. Поталочный. Смотри, общий стол. Кухня летняя. Ну это летом только. Летом действительно, когда мы еще не было ничего, да? Да. Все тухло было. А вот летний период, движуха у них все-таки идет. Поляна Солнечная, Ведрусья, Синегорье. Время 7:30 утра. Туман до сих пор. Не видно вообще, да? Да. Интересно, как в жизни не видно Витальку ничего. Вот так оставим эти торки. Хотя солнце-то высоко уже. Здесь нас приняли люди. Опять же случайно. Сейчас покажем, где мы ночевали. А зачем? Ну набери только, друг друга не пыляйся. Очень интересно. Все в паутине есть. Деревья в паутине. В таких вот корзиночках. Паутинах. Вау. Вот такой домик. Кухня, где, в принципе, все необходимое есть. Комнатка с печкой. Зимовать можно. Утепленный вариант, очень быстро можно сделать. Вот такой небольшой домик. С такой кухонкой, пристройкой. За неделю постройка. Здесь зимовали. Двое человек. Нормально. Можно и с детьми. Я думаю, вполне. Западный склон. Не достал? Не достал. Да, ты достал, да. Сухой, да. Мокрый. Мокрый? Положись. Все, ну, Тима. Достал? Да. Да, наверное, да. Он мокрый.
Вот один из немногих участков, которые продаются на Солнечной поляне в Ведрусе. Вот он. На нем, на территории его есть лесок, граничит с лесом. Такая вот поляна получается. Там восток, грубо говоря, юго-западный склон получается. Там очень красивый вид, сегодня туман, плохо видно, но там очень красивый вид. Пойдем до леса идем. Пойдем. А, еще здесь интересная такая особенность вот этого участка. Здесь песок. Один песок, вот он. То есть здесь можно сделать вообще офигенный этот... Саманный дом. То есть не надо ничего завозить. Наверняка под песком глина, да? Вот она, глина. Ну, конечно. Да, вот это же глина? Конечно, глина под песком. Да, да. То есть здесь и песок, и глина. Копали, получается, да? Смотрели, что здесь да, внутри. Да, 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 проверяли. Нет, здесь выкапывали, увозили песок для строительства. То есть здесь вот вообще все, что природа дала. Песок, глина, солома. Но чернозема-то нет? Сено, солома. Чернозема вообще нет. Посмотри, какой уровень чернозема, его нет. Чернозем будет делать. Его только надо навозом воздать. Делается, чернозем делается. Высокие грядки по методу пермакультуры. Ого. Есть лес. Единственное, что воды нет. Но она глубоко просто. Копать ее надо. О, смотри, жвичка какая большая. Вкусная. Ммм. Гладкая. Гладкая. Да? Да. Жвичка. Другой сорт, видно? Уже первое питание на этом участке. Причем она такая ранняя, смотри. Мы ездили, не поспела. Смотри, сколько много ее здесь. И она поспевшая уже. Ух ты. Много ее? Да. Вот нет никакого ведерка. Может быть, заедем на машину туда? Да. Так? Все. Берем. Все равно здесь в Ведрусе 2 года участок не продается. Он дается в аренду. Ну что, берем, пробуем жить? Да. То есть можно деньги не платить пока? Правильно я понимаю? А строить дом, вырыть. Если что, потом кому-то другому. Озеро. А озеро-то как наполнится? У нас какой-то консилей, да? Да. Так что вот, такой вот участочек интересный. Ну правда интересный. Очень хорошо заселен. Заселена эта поляна Солнечная. Здесь 50 участков. Много детей. В основном, я так понял, конечно, маленький, да? Человек 30, наверное, маленьких детей. Да. Ай. Что делаете? А что такое ежевика? Это ягода. Какая? Черная. Вкусная? Первый раз в жизни? Да. Первый раз в жизни, да, дети едят ежевику. И что она? Вкусная. Очень понравилось? Папа, ой, же я собрал так мало, да, я соберу? Да я сейчас что-то буду собирать. Чем так мало собрал? Конец июля, да, вот зреет ранняя ежевика, очень вкусная, лесная, дикая. Вон, смотри, как много ее. Сладкая, да? Да. Нравится ли тебе? Да. Что хочется даже остаться здесь жить, да, Дима? Да, знаешь, лучше не покупать ее. Ну, конечно, зачем покупать, если можно собирать? Сколько пользы, да, например? Все остальные покупают. Нашему организму. Только деньги тратят. Вот, смотри, куст. Да, кстати, этот стаканчик ежевики стоит что-то там 100 рублей, да, маленький такой. 200-граммовый. Вот тебе и бизнес. Не, вы кушайте сами, я буду собирать банку. Папа, перестань. Вы сами кушайте. Я соберу. Ну, любенькие возьмут, дети, вот они заработали деньги. У меня уже живот болит, так что ежевики. А, уже живот болит? Да. Нет. Заработать-то можно в любом случае. Было бы желание, по сути. Понимаешь? Да. И решение. Я поняла, о чем говорил вчера Виктор. Выключи камеру. Это личное. Ну, кстати, на этой Солнечной поляне здесь есть сразу, вот с этого участка, есть выезд сразу же. Какой выезд?
Ну, в Вильске. Два километра и все, уезжаешь в Вильске на трассу. Ну тут еще на этой поляне на солнечной, вверх начинается, туда идет. Есть родник, купель и пруд, да? Да, вообще, здесь очень прикольная купель. И очень интересный корень здесь выходит в этом роднике. Видела, да? Красный. Красный. Да. Да. Волшебный какой-то родник, знаешь? Я уже окунулась, освежилась. Да, мы решили заехать здравое. И тут живой сад, дружелюбное. Вот, были 3 месяца назад. Не было здесь дома вон того. Уже построили дом. Там еще многие тоже начинают строить. Это вот новая их территория. Здраво. Вон еще один дом построили. Еще, по-моему, один, да? А, нет, это уже старый. Да, да, это старые дома. Вот дом, тот дом построили, и вон дом построили еще, одноэтажный. А с этой стороны живой сад, но тут еще все. Я лежу. Ничего не двигается. Ничего не двигается еще. Ну да, здравые молодцы, движуха идет, у них хорошая. Домик, да, он построили они. Здравые построили вообще дом. Движуха у них, короче, нормально. Сейчас. Ну что, здравые развиваются. Утро доброе. Завтрак и семечек. Да. О. Ну, готово. Подсохнет еще. Нормально. Вот. Можно так ночевать. Такая полянка. Заехали. Поставили палатку, микрополатку. Взяли такую палатку. Маленькую. Ставится 1 минуту. Даже 30 секунд. Доброе утро. Как спалось? Вот. Все, и переночевали.